Всем привет! Сегодня у нас мукбанг с киндерломтиками. Небольшой челлендж у нас такой. Да, 15 штук здесь. Также мы празднуем сегодня 9 тысяч подписчиков. Ура! Решили снять по этому поводу сладкий мукбанг. Вы давно просите. Пьем мы кофе с молоком. Значит, кушать мы будем вот такие батончики. Я, если честно, ела их раза два. Наверное, не больше. В шоколаде еще ела, но решили взять... Я вчера решила взять одного вкуса, чтобы попробовать. Немножко мы пошуршим, пооткрывая их. О, если честно, мне кажется, мы все не съедим. Мне кажется, съедим они, смотри, какие маленькие. Весят, кстати, они 28 граммов всего. Ой, как они вкусно пахнут. Тут очень написано. Тут у нас получается слой бисквита и начинка внутри. Один 118 калорий, один батончик. Нежный. Какая вкуснятина. Вася. Как начинаю снимать видео, да. Начинает кошка беситься. Очень вкусно. Они такие фантики складывай у себя, чтобы посмотреть, сколько ты съест. У меня один. Есть медовый привкус, чувствуешь? В конце, да, чуть-чуть чувствуется. Еще можно потом будет снять киндеры. Киндеры легко понятно, будет. Почему дети их просят всегда. Очень нежный. Он очень нежный, да, вот такой миг. Я их вчера, когда покупала, положила в пакет. Отдельно от других продуктов, чтобы не помялись. Я один съел. Я еще нет. 118 калорий. С утра мы ходили на пробежку. Так сказать, на зарядку. Мы по утрам начали заниматься. А теперь будем калории эти обратно наедать. Костя уже начал есть второй. Да, я тебя опережаю. В принципе, съесть 10 штук, это 1000 калорий. Конечно, это много. Придется вечером еще позаниматься, Снежана. Мне кажется, это не очень много калорий. 15 штук, 1500. Ну, мы же не в одно лицо. Я уже съел 2. Я еще люблю киндер-палочки. Давайте оставим, да, посередке. Но киндер-палочки для меня они какие-то слишком такие, мне кажется, этот... сладкие, что ли. Вот это не такой сладкий батончик. Его приятно кушать. Прям все в нем идеально. Он такой сладенький, но не переслащенный. Вкусно. Потому что у меня вот это... Интересно было, если бы там еще вкус какие-нибудь были. А там вкусов нет, да, у него? Такой рядом лежал тоже киндер-ломтик в шоколаде. Я там, когда их складывала, закончилась упаковка, я вторую там открыла, у них сзади лежала в магазине. Они, наверное, подумали, куда есть столько ломтиков. Очень вкусные, кстати. Да, это во рту. Смотрите. Их можно съесть мягкие. За один перекус. Кто не пробовал, советую попробовать, кстати. Очень вкусно. Я начинаю есть 4-й. Да, все верно, 4-й. Мы еще на пробежку пошли. Немножко дождик крапал. Я тут в сторонке чуть-чуть шуршу. Надеюсь, это не так сильно слышно. Я уже сейчас наелась. Наелась? Угу. Я открыл 4-й. Вкусно. Как думаете, кто выиграет? Я думаю, что я. Ты уверена в себе? Если честно, не знаю, но я знаю точно, что 15 штук, и 10 я бы, наверное, не съела.
Кошки там с чем-то играют. Да, давно мы с Костей не завтракали сладостями. Обычно у нас это яйца, яичница, да? В последнее время особенно. Еще с зеленью. Да. Ее посыпали с помидорами очень вкусно. Какой я ем? Четвертый. Кошки. Очень вкусные. Для интереса, конечно, вкуснее бы было, если бы их было большое разнообразие. Да? Ты имеешь в виду разнообразие вкуса? Угу. Интересно, есть еще? А тут увидела только два вкуса. Такой в шоколаде. Глазурь сверху. Интересно, еще есть? Надо поискать, посмотреть. Я открыл пятый. Угу. Уже чувствуется сытость. Просто сладкому такому большому количеству не привыкли. Я уже почти кофе, кстати, допил. Вот сладкое я постоянно запиваю. Вот и наоборот. Снежана все время выпивает сок первое. А чай и кофе у меня до последнего полный. Я всегда, когда сажусь, я его сразу выпиваю. А у Снежаны целая кружка. Вкусно, да? Очень вкусно. Я 4 штуки съела. Я 5-й. Я уже тебя на один обхожу. Так смешно наблюдать. Сами с собой играют. Наверное, шумы будут слышны, что они бесят. Успокойтесь, пожалуйста. Все, хватит баловаться. Утро. Пора резвиться. Открываю я 6-й батончик. Опять. Догоняй. Нет, 10 я точно не съем. Ну, я, мне кажется, съем 10, если прям так напрячься, постараться. Осталось здесь у нас всего 4. Получается, какой ты ешь? 5-й. А я съел 6-й, да? Открыл я. Очень нежно. Хочу начинку бисквит отдельно попробовать. Он, кстати, не сладкий. Не сладкий, да. Он не сладкий, и вот как раз это дает приятность вкуса, то, что он не переслащенный. Он это практически... начинка. Он такая нежная. Безвкусный, да? Практически как хлебец. Да. Только такой влажный. Очень нравится мне наполнение, это молочное. Вот оно уже сладкое. Упаковка все-таки у Kinder какая красивая, да? Красный цвет. Вся продукция Kinder мне нравится. Коктейли у Kinder есть? Наверное, нет, да? Кстати, хотя, может быть, в Америке где-то есть? Молочную продукцию я, по-моему, не видел. Ну, тоже, кажется, нет. Йогурты есть? Коктейли? Если кто видел, пишите в комментариях. Но я, по-моему, в обычных магазинах не видел. Я тоже не видела. У Чудо же есть? Если где-то в метро, может посмотреть. Mm-hmm. Или есть же островки зарубежные сладости? Кстати, потому что да. Там есть. У них много чего интересного от есть. От Сникерс есть, от Баунти я видела коктейли. Напишите, кто бы хотел также увидеть эти, может, сладости. Как-нибудь мы с Снежаной снимем. Да, интересно тоже будет снимать. Которые у нас в магазинах нету, но есть в Европе. Попробуй, да, вкуса разнообразного. Mm-hmm. Наелся я. Я тоже. Как-то мы 10 уже съели. Ой, нет, мы больше съели. 11. Я же 6 съел. Я вот съем еще один, это точно. Что ты сидишь, смотришь? Открывай. Дома съесть или не съесть? Если ты будешь еще один есть, да? А да. Другие ты не хочешь. Ну, пока что я съем точно еще один. Сколько я съела? Я съела 5. Я 7-й. 100% 10 я бы не съела. Это еще столько же, да, надо съесть? Да. Что там? У меня вот кофе закончился. На, попей у тебя меня. Есть? Поставь пока. Ой, стучу.
Так, я если даже съем еще два, я тебя не обгоню, да? Мне надо три съесть, чтобы тебя обогнать. Вот эти все. Не наелась. Я Снежана уступает мне в челлендже. Очень сложно, честно, очень. Сытные, да, не вот? Ну, сладкого ты тоже много не съешь, это вот не мясо, например. Если бы здесь были роллы, я бы с удовольствием поела. У нас, кстати, роллы, да, в холодильнике еще. Вчера, потому что роллы заказывали, и не все съели. Не доели их. Очень сытные тоже были. 78 кусочков было, конечно. Но мы сидели с Лианой, с Артемом. Но очень вкусные были вчера роллы. Ты не будешь больше кушать? Нет. Или хотела попробовать? Нет, я вчера видела просто ролик у девушки одной Наташи, и она съела 10 батончиков. И я вот думаю, как она это сделала? Не, ну в принципе, я сейчас могу еще съесть. Если... Заставляя себя или как? Да, если заставлять себя, я съем. Нет, я опять с удовольствием съела, больше я не хочу. Я потом на них смотреть не смогу. Заставлять я себя не буду, так как все равно я выиграл. Снежане меня не догнать. Осталось у нас 3 батончика. Оставим их. На завтра, может, на послезавтра. Также хотим сказать по поводу того, что у нас уже на канале 9000. Спасибо вам большое за это, а что вы пишете писали, лайки, поздравляли, поздравляли нас уже. Вчера спасибо. Уже ночью было, да, 9000? Или вечером? Днем. Днем даже уже? Да. Снежана ничего не помню, все перепутала, как всегда. Спасибо вам большое. Даже не верится, что скоро может быть 10000 на канале. Когда-то мы только когда создавали канал, мечтали об этом, что у нас может быть 10 тысяч подписчиков. И хоть какие-то просмотры. А это уже совсем недалеко. Да, надо что-то будет придумать на 10 тысяч. Предлагайте идеи, пожалуйста. Может, тоже выставим опрос, свои идеи какие-нибудь выдвинем? Угу. И где будет наибольшее количество лайков, комментариев, да, там. Да, потому что многие писали, снимите торт. Но если мы батончики не съедим, какой там торт? Сладости у нас не так сильно заходят, да? Тяжело их кушать сладкое. Просто мы их не едим в обычной жизни в основном. Не так много мы кушаем, но не так много. Не так много, да. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте также подписываться на наш канал, писать комментарии, свое мнение. Нам это очень приятно. Задавать также вопросы. Всем пока. До новых встреч.